Значит, мозг наш стареет в разных аспектах очень рано. И вот, по крайней мере, начиная с 30-летнего возраста, левое полушарие, которое, так сказать, ответственно за какую-то такую стандартизацию, становится у нас более активным по сравнению с правым полушарием, которое ответственно за новизну. То есть мы ментально начинаем стареть с 30 лет, потому что нам становится все понятно, все ясно там, и так далее. Если до этого нам все ясно и понятно, это называется юношеским максимализмом, но при этом мы куда-то, значит, нас все равно мы куда-то ломимся, ну, то после 30 лет у нас начинается такое внутреннее ощущение, как бы, ну, вот так. Вот, поэтому это первое. И здесь очень важно постоянно сохранять в себе вот это любопытство молодости, понимание того, что все наши знания не всегда вот они ограничены, и там есть впереди, на самом деле, масса всяких разных еще возможностей, перспектив там и так далее. Дальше следующий этап – это начиная с середины 40-х, ну, то есть 45 лет и дальше, у нас с вами начинает постепенно развиваться атеросклероз сосудов. Вот. Он будет развиваться долго, не торопитесь, это ничего страшного нет. Но если есть возможность его притормаживать, то надо притормаживать. И в этом смысле вам помогают врачи общей практики, которые делают вам липидограммы, смотрят, какое у вас количество каких липидов. И дальше назначают препараты, если это необходимо, которые позволяют сохранить правильный баланс липидов для того, чтобы не вкатываться раньше времени в атеросклероз сосудов головного мозга. Ну и последнее, это, там сказать, не медицинское, вот, хотя медико-психологическое, вероятно, действие, но связано с увеличением нагрузок интеллектуальных на наше серое вещество. Значит, оно в таком есть примитивном механизмах, да, но просто там доказано, что если вам больше 70 лет, и вы смотрите постоянно телевизор, или вы читаете книги, вот если вы читаете книги, в два раза меньше риск у вас развития вот этого старческого слабоумия. Если вы смотрите телевизор, то риски, наоборот, возрастают. Да. А есть специальные программы, которые включают в себя тренировку наших когнитивных процессов у возрастных людей. И доказано, что, я шучу, компьютерные игры в молодости ваш мозг разрушают, компьютерные игры в старости ваш мозг поддерживает на плаву. Компьютерные игры, программы там, и так далее, которые позволяют вам концентрировать внимание, что-то удерживать в оперативной памяти больше там, и так далее. И такая нагрузка тоже оказывается лечебной, ну, вот, для наших мозгов. Берегите мозги!